центре города на Ленинском проспекте на этом самом месте еще полтора месяца назад ничего не было. Сейчас здесь лавочки, клумбы, качели, красивые фонари и даже весь Алтайский край, точнее, его карта. Но бюджетных денег на этот райский уголок не потратили. Средства на благоустройство Октябрьского района уже не в первый раз выделяют бизнесмены. Это такой конкретный пример того, что деньги положены туда, куда надо, и, я бы сказал, капитально. Потому что вот по конструктивам, по материалам видно, что это не на один день и что это будет работать очень долго. В прошлом году также обустроили сквер с противоположной стороны площади ветеранов и уголок с водопадом на улице Кирова. Каждый раз выбирают необычную стилистику, придумывают интересные детали. В новом уголке отдыха, например, есть даже символ Барнаула – дом под шпилем. Всего на этот сквер потратили около 1 000 000 рублей. Одна плитка более 200 квадратных метров. Вот уже цена ложится тут около 300 тысяч, правильно? Все. А вот эти элементы, они непростые, они все требуют достаточно такого кропотливого труда по его изготовлению. Горожане, судя по всему, этот труд оценили. Не было буквально в прошлом году, я не видела. А нынче вот в диагностический центр второй раз вот приезжаю, мне любуюсь. Очень красиво все сделано. Нравится. Здесь раньше было пусто, что сейчас преобразилось. Красивая ковка. Очень красиво все. Уголок отдыха в центре города официально открыли сегодня. А у главы Октябрьского района уже готов план дальнейших действий. Северо-западную все равно делать надо, Вячеслав Григорьевич. Я уже договорился. Вот замечательно. Дарина Миллер, Алексей Фризин. День с толком.